Чтобы обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта, РЖД продолжают строительные работы на инфраструктуре. Остановить этот процесс невозможно по производственно-технологическим условиям. Железнодорожники не прекращают реализовывать и стратегические проекты, которые входят в комплексный план модернизации магистралей до 2024 года. Это увеличение пропускных возможностей БАМа и Транссиба, подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, а также проекты по увеличению скорости перевозки транзитных контейнеров. Продолжается и развитие центрального транспортного узла, включая московские центральные диаметры. В целом работы идут более чем на 1000 объектах. В них задействованы свыше 10 тысяч человек. При этом железнодорожники соблюдают меры защиты в неблагоприятных эпидемиологических условиях.